Таким образом, к имеющимся почти 263 миллионам рублей, полученным в ходе межбюджетных трансфертов, сегодня добавилось 182 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на первоочередные социальные нужды. Это содержание и ремонт муниципальных дорог во всех районах города, расчистка русла реки Кепша и укрепление ливневых каналов в поселке Мирный, а также восстановление подпорной стены на Макаренко, 32. Больше 30 миллионов рублей пойдет на организацию питания детей в садах и школах. Было вот направление, в первую очередь, как мы говорили на предыдущих сессиях, что на самые первоочередные необходимые нужды нашего муниципального образования, которое обеспечит нормальную жизнь нашего города в осенне-зимний период, ну и решат социальные вопросы в отрасли образования.